Я должен был говорить как давнишний деловой партнер, Вася. Но перехватывает горло, не могу. Я хочу пока передать слово лучшему другу его юношества, Евгению. Евгений, прошу вас. Стойте! Вы не имеете права говорить. Так вам хватило наглости вообще сюда прийти. Это кто это вообще? Вы его знаете, нет? Что это за хулиганство вообще? Уберите его отсюда. Не спешите. Должен прояснить. Я исполнитель последней воли Василия Степановича Бартенева. Я же заказчик этих похорон. По его просьбе. Исполняю его волю. Для всех вас Василий Степанович написал письмо. Уверяю вас, никого не забыл. И для начала он просит удалиться отсюда бывшего лучшего друга, предателя Иуду, спавшего с его женой. Да-да, Евгений, вас. Теперь, когда ни его, ни ее нет, скрывать нечего. Василий Степанович интересуется, а здесь ли его друзья Баранниковы? Мы не общались 20 лет, и вы прекрасно знаете, почему. Уходите немедленно. А здесь ли Ляхов? Доносчик Ляхов. Я знал, что ты придешь поглазеть. Ты что думаешь, я не знаю, кто строчил на меня доносы начальству? Нет, закапывать вы никого не будете. Покойника мы заберем с собой. Мы сообщим, когда можно будет забрать тело, тогда вы закончите свою работу. Уважаемые, никто никуда не уходит. Верните, пожалуйста. Убитый Олег Рубисов, частный детектив, имел от покойного нотариально заверенное поручение исполнить последнюю волю и организовать похороны. Волеизъявление достойного отношения к телу и памяти умершего гражданина на территории Бурского района Московской области. Да, но был еще один документ. Это письмо покойного, которое зачитывал Рубисов. Оно пропало. Ну, в суматохе могли спрятать или сжечь где-нибудь за памятником. Кто, убийца? Ну, сообщник или заказчик. Ну, понятно, что был кто-то еще, кто стрелял из укрытия. Но там в кустах ветка сломана. Пойдемте покажем. Привет. Привет. Я за образцами. Кстати, я установил тот препарат, которым был убит Рубисов. Будешь должен. Ага, как земля колхозу. Вот, смотри. Спецанилет. Не напомнишь, что это? Миорелаксант. Степень опасности зависит от дозировки. По сути, это курареобразный яд паралитического действия. Неприятная смерть. Неприятные, да. Но что сделать? Препарат прекращает подачу нервных импульсов к мышцам. И мускулатура перестает
сокращаться, в том числе и дыхательные. Где убийца мог это взять? Ну, к сожалению, достать его не так уж и сложно. Он широко используется собаколовами и ветклиниками. Хотя в отдельных регионах борются и зоозащитники, и прокуратура. Считают, что он опасен для людей. Ну, вот еще один экземпляр в их копилку. Значит так, помимо стандартных мотивов, враги, наследники, надо поработать еще в двух направлениях. Во-первых, искать, кто из провожавших Бартенева имел доступ к этому препарату, сам или через знакомых. Ясно. А во-вторых? А во-вторых, ищем, какие такие скелеты в шкафу мог хранить Бартенев, что за них могли убить. А чем тебя заинтересовала эта особа? Не исключено, что она-то нам нужна. Смотри. Анна Ковалева, 25 лет. Ветеринар и хозяйка ветклиники. И да, в этой клинике используют онилет, которым убили Рубисова. И вот ведь сюрприз. Покойный клиент Рубисова Бартенев завещал ей все. И да, он помогал ей с открытием этой ветклиники и с учебой в институте. А теперь, внимание, вопрос. Почему? Может, дочь небрачная? Хорошо, что покойника не успели закопать. А то бы пришлось проводить эксгумацию. Да уж. Я провел анализ ДНК. Бартенев не отец Ковалевой. Что ж, не будем пока спешить возвращать тело в похоронное бюро. Возможно, оно нам еще понадобится. На похоронах бизнесмена Бартенева появляется некий Рубисов. От имени покойника он обрушивается на собравшихся с обличениями и разоблачениями. В разгар скандала в Рубисова стреляют препаратом, убивающим его. В суматохе недочитанное письмо покойника исчезает. Что рассказали в райотделе? Ну, для начала Бартенев в молодости был участковым. Ну, а какие темные делишки за ним оделись? Да в том-то и дело, что никаких. Он был чист, всегда был на хорошем счету, неоднократно привлекался к расследованию преступлений, потому что очень хорошо знал свой район. Ему даже предлагали перейти в опера и даже обещали повышение по службе. То есть мы напрасно съездили? Не совсем так. Дело в том, что когда-то Бартенев был соседом матери Анны Ковалевой, Зинаиды. Оборотистая такая дама была, челночница, имела точки на рынке, в доме всегда были деньги. И вот в 96-м году при ограблении квартиры она была убита. При каких обстоятельствах? Неизвестно. Ее мать вернулась с внучкой домой, собственно, с Анной, и обнаружила тело. И, естественно, кинулась к соседу. Да. Именно Бартенев вызвал дежурную оперативно-розыскную группу. Может, его пристрастие Ковалевой объясняется обычной жалостью? Росла у него на глазах, потеряла мать. Или у него были отношения с ее матерью. А в 97-м году, в возрасте 33 лет, Бартенев внезапно увольняется из органов и становится предпринимателем. Его можно понять, надо было семью кормить. Нищета ведь была страшная. Я слышала, некоторые сотрудники даже в аптеке перчатки за свои деньги покупали, чтобы трупы откапывать. Правда? Да, даже форму за свой счет покупали. Но правда, это в основном касалось провинции, но тяжело было всем. Тогда понимаю. Только все равно странно, почему он не занялся этим раньше лет на 5. Предпринимательская жилка, что ли, внезапно прорезалась в нем? Об этом нам достоверно уже никто не расскажет. В последние 10 лет жизнь Бартенева полностью разрушилась. Сын разбился на мотоцикле, жена умерла, а сам он тяжело заболел. Пора поговорить с самой Ковалевой. Да. Помимо Ковалевой есть еще один человек, который может сообщить ценную информацию. Убитый Рубисов был защищен кучей бумажек. У него имелось заверенное нотариусом волеизъявление Бартенева на случай смерти, где он назначался исполнителем в соответствии с законом о погребении и похоронном деле. Да, и еще была отдельная бумажка для ритуальной службы. Но это еще не все. В соответствии с Гражданским кодексом он назначался исполнителем завещания, что подтверждает еще одно свидетельство. Нотариус везде один, Артур Иножарский. То есть нам нужен нотариус? Артур Иванович Иножарский территориально обслуживает район на западе Подмосковья, куда входит небезызвестное село Большие Пожоры. А, знаю, это что-то типа Рублевки.
Коттеджный поселок для миллионеров. Там живут богатые чиновники и бизнесмены. Абсолютно верно. В офисе Нажарского заключалось и заверялось большинство соглашений между Рубисом и его клиентурой. Хорошо. Что-то мне подсказывает, что от нотариуса можно получить больше информации, чем от этой Ковалевой. Ну, да, Бартенев испытывал ко мне отцовские чувства. Почему, не знаю. У него ведь своя семья была, сын. Но вы же общались? Задушевных бесед у нас с ним никогда не было. Просто интересовался, какие проблемы. Оказывал материальную помощь. Ну, я что, дурочка, что ли, отказываться? Дают, бери, бьют, беги. Послушайте, помощь – это одно, а завещание в вашу пользу – это очень большие деньги. А завещание я услышала в первый раз от вас. Приятно удивлена. Почему мне все? Я не знаю. Если это все, я пойду? А может быть, его совесть мучила за что-то? Например? Не знаю. Вы мне скажите. Это же был не первый эксцесс на похоронах. И угрожали. И с кулаками бросались. Однажды Рубисов сцепился с одним из родственников. И они оба грохнулись в могилу. Грязная работенка, что и говорить. Хотя Рубисов был умен, осторожен. Быстро учился на ошибках. Учился на ошибках? Да, у него же даже не было страницы в соцсетях. Хотя реклама никогда не бывает лишней. Жил на съемной квартире, свою сдавал. Всегда приходил с полицией. Ну, кто ж мог предположить такое? А вспомните, пожалуйста, не было ли чего-то странного, когда Бартенев и Рубисов заключали соглашение? Подобное поручение само по себе довольно странно, согласитесь. Так что странности-то были в каждой такой встрече. Хотя я всего лишь предоставлял Рубису комнату для общения с клиентом с глазу на глаз. Сам уходил. Деликатно. Ну а зачем мне нужны чужие секреты? У каждого своя часть работы. У меня своя, у Рубисова своя, у церемонимейстера своя. Хотя, ну что, можем оформлять? Да, Артур Иванович. Присаживайтесь. Бартенев оформлял передачу Рубисову на ответ хранения складного ножа в пакете и запечатанного конверта. Не странно ли? Пожалуйста, вот здесь. Пожалуйста, вот здесь. В зависимости от того, что там, возможно, я вынужден буду обо всем сообщить в полицию. Я понимаю. Делайте, что должны. Хотя, конечно, Рубисов в своей работе сталкивался с чем-то противозаконным, но у него всегда было два правила. Во-первых, он всегда ставил в известность органы. Во-вторых, он просил клиентов заранее не рассказывать ему о деталях. Он сам узнавал обо всем только после вскрытия конверта. И в тот же день информация шла в полицию. Итак, можно подвести первые итоги. Предположительно, речь идет о каком-то старом преступлении. А люди к нему причастные могли убить и Рубисова, и Бартенева. И не исключено, что Ковалева имеет к этому какое-то отношение. Нами получены все материалы по делу об ограблении и убийстве матери Ковалевой. На месте не обнаружено никаких следов. Были украдены деньги, украшения, меха, бытовая техника, которая была в то время очень дорогой. По-видимому, Ковалеву пытали, пока она не показала все тайники. Неужели преступники при этом не оставили никаких следов? В том-то и дело. И заметьте, первым в квартиру попал сосед участковый Бартенев. Потом последовало его увольнение и быстрый подъем в бизнесе. Будем проводить вскрытие Бартенева. А его разве не делали? Поскольку Бартенев был онкобольным, вскрытие делать не стали. Ну, тем более, что он оставил на этот счет письменное распоряжение. Теперь же я провел глубокий анализ. На первый взгляд не выдержало сердце. Ну, это и понятно. Ослабленный организм, малоподвижный образ жизни, боли. Но вот умер он все-таки не своей смертью. Я выявил сердечный гликозид-гермоксин, вызвавший сердечный приступ. Погоди, но гликозиды, они быстро распадают в организме. Как тебе это удалось? Ну, как удалось? С трудом, Петрович. Но, как ни странно, помогло бальзамирование.
Я нашел следы в желчи. Если бы было обычное вскрытие, убийца практически ничем бы не рисковал. Убийца? Это могло быть самоубийство? Не похоже на самоубийство. Никаких следов приобретения Бартенева препарата. В квартире тоже ничего. Ни пустых ампул, ни упаковки. Зато вечер смерти к нему заезжала Ковалева. Ее телефон регистрировался в соте его квартиры, правда, всего несколько минут, но она вообще довольно часто посещала Бартенева. Хотя я утверждаю, что задушевных разговоров не вели. Налицо мотив и возможность совершить убийство. И, возможно, это все замешано на каких-то давних счетах. Не понимаю, что вы рассчитываете найти? Уже нашли. Я не знаю, откуда это. Ну, может быть, выпало когда-то. Я же все-таки доктор, хоть и работаю с животными. Разберемся. Прошу. Именно этим шприцем сделали смертельную инъекцию Бартенева. Бизнесмен Бартенев назначает исполнителем своего волеизъявления частного детектива Рубисова. Во время оглашения письма покойного Рубисова убивают. Экспертиза показывает, что Бартенев тоже был убит. Под подозрение попадает ветврач Анна Ковалева. Именно ей Бартенев завещал все свое состояние. Более 20 лет назад Бартенев работал участковым и был соседом Ковалевых. Во время ограбления мать Ковалевой убили в собственной квартире, а Бартенев вскоре уволился из органов и занялся бизнесом. Шприц мне подбросили. Кто? Тот, кому это выгодно. Убийца. Я думаю, все гораздо проще Ковалева. У вас был и мотив, и возможность прикончить Бартенева. Вы же сами признаете, что заходили делать уколы. Скорее всего, он рассказал вам о завещании. Да это не так. Даже если бы и рассказал, он все равно бы скоро умер. Зачем убивать? Возможно, сыграли эмоции. Ну, допустим, Бартенев решил покаяться в старом грехе. Вы не сдержались, захотели отомстить. А потом, узнав о распорядителе, запаниковали, что все вскроется, и возникнет подозрение в естественности смерти Бартенева. А о каком грехе вы говорите? О гибели вашей матери, которой Бартенев мог быть причастен. Господи, значит, это правда? Значит, я не сумасшедшая? Вы думаете, Бартенев убил вашу мать? Не сам. Я всегда подозревала, что он покрывал убийц. Почему вы так думали? Когда мы с бабушкой вошли в квартиру, я сразу увидела складной ножик на полу. Потом в квартиру зашел Бартенев. Но меня всегда уверяли, что никаких улик найдено не было. Я уже и сама подумала, что померещилась по детству. Но подозрения не пропали. Да уж больно странная была его помощь. С мамой они никогда не были лучшими друзьями. Просто хорошие соседские отношения, вот и все. Но на похоронах мне показалось, что я схожу с ума. Я кое-что увидела. Куцак – это бизнес-партнер Бартенева. Так вот, на жене Куцака были сережки моей прабабки-купчихи. Я абсолютно в этом уверена. Слушай, это правда. Сережки сделаны на ювелирной фабрике Харитона Малютина. В то время как раз древнерусский стиль снова входил в моду. Она не врет. Откуда было ей это знать? Это ничего не доказывает. Ложь должна быть чуточку правдоподобной. И нет, я не убивала Бартенева. Что же вы тогда делали в его квартире в день смерти? Он прислал СМС, в который просил срочно приехать. Но дверь не открыл. Возможно, был уже мертв. А вот кого бы я и убила бы, так это Куцака. Теперь просто уверена, что это он убил маму. В вашем семейном архиве есть фотографии этих сережек? Нет. Но я их смутно помню. И бабушка несколько раз рассказывала про них. Мы все проверим. Но вы пока останетесь у нас. Доброе утро, у кого оно доброе?
Доброе. Доброе. А я уже с презентом. Привет. Ну, вроде похоже. Вчера вечером пришлось объехать всех ее сослуживцев. С рынка? Да нет, еще с советских времен. Серьги те. У жены Куцака серьги матери Ковалевой. Что это доказывает? Может, она просто продала их Куцакам? Ну, пока это доказывает только одно. Нужно детально разрабатывать этих Куцаков. Это ты что напялила-то? Ты что, в них и на кладбище, что ли, была? Да. Да ты за Данила совсем дура! А ну дай их сюда, я их выкину к чертовой матери! Виталий Куцак ранее судимый, сидел за грабеж, был подопечным Бартенева, жил на его участке. Возможно, они вступили в сговор. Скорее всего. Они 20 лет были не разлей вода. Владели поддерживающими видами бизнеса. Были контрагентами. Например? Ну, например, Куцак занимался оптовой торговлей, а Бартенев – коммерческими перевозками и охраной. Но, по сути, это одна бизнес-цепочка. А что может связать лучше, чем общее преступление? Но, судя по всему, Бартенева всегда мучили угрызения совести. И когда удача отвернулась от него, он решил, что это расплата за грехи. Ну, чудо-раскиста, Бартоломео. Ты знаешь... Все мои беды – это расплата за то, что мы с тобой сделали. Да ну чушь, это все бред. Нет. 12 лет все было нормально, и вдруг расплата. Нет. Чего ж тогда у меня все нормально, а? Нет. Нет здесь никаких закономерностей. Жизнь – это игра случая. Хаос, вот и все. Подожди. И до тебя дойдет. Ты лучше покайся, пока не поздно. Лично я сделаю все для того, чтобы там получить хоть какое-то снисхождение. Да ну что ж теперь сделаешь-то? А что смогу, то и сделаю. Отпишу все этой бедной девочке. Вот только Куцак откровения не оценил. И, зная о завещании в пользу Ковалевой, он решил партнера убить. И обставить все так, чтобы подозрения упали на нее. Подбросил ей шприц. Думаю, он испугался, что Бартенев не сдержится и расскажет все Ковалевой. И способ убийства Рубисова был выбран доступный Ковалевой. Понятно, что убивать Бартенева он пришел уже без телефона, Куцак. И с номера Бартенева отправил Ковалевой СМС. Ну, когда подкидывал Ковалевой шприц, мог засветиться. А что это за пантомима? Жена Куцака, Ульяна, собственной персоной. Это она подбросила шприц в машину Ковалевой. Ее телефон регистрировался ночью рядом с домом Ковалевой. Я поискал видеокамеры неподалеку, и вуаля. Конечно, письмо Бартенева – это только слова. А вот нож – это факт. Ё-моё. На ноже обнаружены следы крови Ковалевой. И отпечатки пальцев вашей и вашей жены. Вы были в ее квартире вдвоем и убивали Зинаиду Ковалеву вместе. Вот чертова дырка в кармане, а? Этот ножик, он же выскочил у меня из штанов тогда в квартире. Ну, Васька же клялся, что его выбросил. Вот урод, вот мент он и есть. Послушайте, хватит ломать комедию, Куцак. Этот нож был обнаружен при обыске у вас на даче. Вы похитили его из квартиры Рубисова. А ключи достали у него на кладбище. Чего? Ой, ё-моё, ты корень, а? Я что, смешное сказала? Не, это жизнь смешная. Я-то думал, что я подставил Ковалеву, а кто-то подставил меня самого. И вы хотите, чтобы я вам сейчас поверила? У
готов написать чистосердечное признание. 22 года назад мы с женой убили Зинку Ковалеву. Нужен был стартовый капитал. На квартиру навел, между прочим, Бартенев. А нечего было своей шубой на каждом углу хвастать. А его королевы жены шубы не было. Обидно, знаете ли. Бартенева тоже вы? Тоже. Признаю Бартенева. Сделал ему эту эвтаназию. Но не мог я смотреть, как старый друг мучается. Но вот этого Рубисова я вообще не знаю. Я его тогда на кладбище первый раз увидел. Вы рассчитываете на то, что за первое преступление вам отвечать не придется за давностью лет? За Бартенева много не дадут. Еще попытайтесь доказать, что он сам вас попросил. А вот у Рубисов это совсем другое дело. Как вам верить? Да ну откуда мне вообще знать, где живет этот Рубисов? Ну подумайте сами, ну неужели бы я, ну не сжег бы это письмо и не выкинул бы этот ножик куда-нибудь в речку? Я что, их из сентиментальных чувств я должен был это себе все оставить? Куцак – это тварь редкостная, но про Рубисова, скорее всего, говорит правду. Согласна. И устроить такую аферу мог только один человек, который наверняка знал, когда и что произойдет. И был это? Нотариус Зиножарский? Ну, информацией-то он обладал, а вот мотив не просматривается. Мы провели детализацию звонков Рубисова. И пробили локализации его и его возможных клиентов в районе нотариальной конторы. Так, ну и дальше что? А дальше, вот с этим списочком, вы топаете в офис к нотариусу Иножарскому и изымаете завещание и прочие бумаги. К списку хорошо бы судебное решение. Ну, надеюсь, оно будет. Иначе мы далеко не уедем. Выемка документов. Ну, у нас же особая клиентура. Они будут недовольны. А по-другому никак. Слушайте, ну они могут об этом даже и не узнать. Нам нужно-то всего пару документов, которые оформляла у вас вместе с клиентами Рубисов. Я вам их тут же верну, не беспокойтесь. Давайте пробежим по списочку. Проверим по журнальчику. Не понимаю, зачем они вам? Ну, этого я сказать не могу. Честно говоря, я и сама не знаю. Может быть, для анализа? А давайте я вам копии сделаю. Никак нельзя. Нужны подлинники. Такая процедура. Не зря нотариус так дергался. Одно завещание подделано. Уверена? Абсолютно точно. Степень нажима отличается, наклон отличается. Я полагаю, нотариус пытался скопировать подпись на свет через лист, а затем дорисовывал сам. А чье завещание подделывает? Бизнесмена Федора Кирсанова. Он еще жив, лежит в реанимации в бессознательном состоянии. А в чем смысл подделки? Смысл вообще непонятен. По завещанию наследники те, кто, по идее, должен ими быть. Сын, жена, внучка. Но пару лет назад существовало и другое завещание. Разница между двумя завещаниями незначительная. Дача, которую он завещал жене, он переписал на внучку. Да хоть на жучку. В чем фишка? Учитывая многомиллионное состояние Кирсанова, стоило ли так хлопотать из-за дачки? Можно только предположить, что настоящее, второе завещание, содержало какие-то радикальные вещи. Но было изъято и заменено фальшивкой, чтобы объяснить появление нового фальшивого завещания. В реестре-то оно уже фигурирует, от этого никуда не деться. А реестр защищает только от подделок, составленных задним числом. Если подлинника нет, никто ничего не заподозрит. А завещание никто не оспорит, ведь все наследники – близкие родственники. Есть только одна проблема – Рубисов. У Рубисова хранится второй экземпляр подлинного завещания, которое он должен будет обнародовать на похоронах. Что-то еще любопытное есть? Есть одна деталь. Бартенев передал на ответ хранения Иножарскому какие-то бумаги в конверте без описи. Но уже через две недели почему-то их изъял. И судя по тому, что изъял он их в день встречи с Рубисовым, можно предположить, что ему он их и отдал. Федор Олегович Кирсанов, старый миллионер еще советской закалки. Еще из красных директоров. Руководил оборонным предприятием Туркменской ССР. Жил довольно аскетично, зато широко занимался благотворительностью. Для таких людей важно приносить пользу обществу. Действительно старая закалка. Создал и спонсировал крупный многофункциональный медцентр, в реанимации которого сейчас и находится. Надо немедленно связаться с администрацией больницы. Главврачом там Юрий Алексеевич Чепель. В последнее время у Федора Николаевича
были большие проблемы с семьей. Могу даже сказать, он сильно разочарован итогами своей частной жизни. А можно подробнее? Это важно. Кирсанов человек сдержанный, закрытый. Я знаю лишь то, что касается непосредственно медцентра. У Федора Николаевича с сыном были серьезные разногласия по поводу нашего финансирования. То есть Кирсанов-младший не одобрял благотворительную деятельность отца? Именно. По мере того, как отец слабел и бразды правления переходили к сыну, тот начинал ограничивать финансирование. Но Федор Николаевич твердо мне обещал, что примет меры, чтобы после его смерти больница не пострадала. И еще, Кирсанов соблюдал строжайшую диету. Но анализы показали огромное содержание трансжиров в его организме. Будто он каждый день маргарин ел. Выводы делайте сами. Нам удалось установить, что Кирсанов проводил экспертизу ДНК на предмет отцовства. И узнал, что лицо, образец ДНК которого он предоставил, его родственником не является. Выяснили, о каком лице идет речь? Да. Нам удалось раздобыть образец ДНК его сына, Ильи Федоровича Кирсанова. Он и просто не родной ему. Жена родила его от злейшего врага Кирсанова. Крайне нечистоплотного бизнесмена, который всю жизнь натравливал на него проверки. Но это вы как установили? Мы прогнали все фото ближайшего окружения Кирсанова, друзей, врагов, работников, через программу сравнения изображений. И вот некоторые черты лица Кирсанова-младшего навели нас на эту мысль. Мы проверили. Семья сына живет в одном особняке с родителями. Не так давно невестка продала свою галерею и резко начала заниматься домом. Повара уволили. И невестка теперь готовит сама. Я думаю, что объяснять ничего не нужно. В свете последних анализов ее свекра. Что там плавало в его овощных супах, мы теперь знаем. Я думаю, когда Кирсанов понял, что живет в гадюшнике среди людей, которые не разделяют его ценности, он был крайне разочарован. Так появилось новое завещание и поручение, данное Рубисову. И Нажарский рассказал семье о новом завещании и предложил им сделку. Необходимым условием было убрать Рубисова. Что кто-то из членов семьи и сделал на кладбище. Это сын Кирсанова Илья, жена Ильи Светлана и их дочь Людмила. Все трое причастны к преступлению. Ну как ты их вычислил? Злодеи не слишком шифровались. Видно, были уверены, что план и так хорош. Это где они только не засветились? И на уличных камерах, и с регистрацией телефонов в сети. И какова роль каждого из них? На кладбище был сын Кирсанова и внучка. Дочь Ильи Кирсанова, Людмила, занимается биатлоном, отлично стреляет. Ее отец был за рулем, когда отвез ее на кладбище. Внучка же приобрела с рук ветеринарное ружье и ампулу с препаратом. Тогда же Илья уже с женой обчистили квартиру Рубисова и подбросили улику Куцаку. Подожди, следов взлома в квартире Рубисова не было. А взламывать и не пришлось. В суматохе Кирсанов-младший, видимо, залез Рубисову в карман. Ну вот, посмотри, у тебя шея не затекла стоять? Затекла. Стоянка рядом с домом Рубисова. У Кирсанова пакеты, которые потом нашли у Куцака. Пока из всей семьи не засветилась только бабка, жена миллионера. Степень ее осведомленности еще предстоит установить. Люда, есть только один способ помочь себе и своим родным. Назвать имя человека, который вас во все это втянул. Логично. Mm-hmm. Хорошо, это старик-нотариус, это он все придумал. А вы знаете его фамилию? Иножарский показал нам копию завещания, ну и мы все просто обалдели. Дед умом тронулся. Ну а что нам было делать? По миру идти? Он почти все больничке отписал. А нотариус только треть попросил. Позвонили, я очень спешу. А куда это вы спешите-то, Артур Иванович? Спешить-то уже некуда. Что это? Постановление на обыск и арест?
вы поначалу даже понравились мне. Такая обаятельная, молодая. Сама страшно устала разочаровывать людей. Ничего не делаю для этого специально. Природное обаяние. Кирсанов даже еще не умер. Так что вы сочли логичным, что убийство Рубисова свяжут с последними похоронами. Тем более, если прямо на них и убьют. И вы начали подбирать подходящих кандидатов для прикрытия вашей основной операции. Я ничего не путаю? Продолжайте, я слушаю. В процессе поиска вы вскрыли конверт, который передал вам на ответ хранение Бартенев. Прочитали. Решили свести его с Рубисовым. Потому-то конверт пролежал у вас всего 2 недели. А под столом, а в переговорной мы нашли следы клея. Видимо, там вы повесили жучок. Это всего лишь ваши догадки. Ну, почему? Есть и факты. Поддельное завещание Кирсанова. И подлинник, который вы спрятали в сейфовой ячейке дочери, проживающей за границей. Ключ от ячейки нашли у вас при задержании. Надо было его уничтожить. Ну, за это-то себя не корите. Избавиться от подлинника вы никак не могли. Сначала он был вам нужен как страховка, что Кирсановы вас не кинут. Ну, а когда запахло жареным, вы тоже не могли его уничтожить. Теперь он был вам нужен как гарантия того, что от вас не избавиться, как от ненужного свидетеля. А когда Рубисов уехал после встречи с Бартеневым, то внучка Кирсанова Людмила на мотоцикле вела его до съемной квартиры. Вот и все. Наверное, этот план казался идеальным. Следствие должно было радостно проглотить наживку в виде грабителей и убийц Куцаков. Гладко было на бумаге. Да забыли про враги. Наверное, вы жалеете, что затеяли все это? Вы ведь уже не молодой человек. Прекрасно были устроены. Зачем вам все это? Тут-то и дело. Что уже не молодой? Это ведь только в сознании обывателя. Нотариусы живут сытно. А я имел дело с особой публикой. И видел, как можно жить. И всю жизнь, как крот в конторе. Это... Ну, теперь уж недолго осталось. Я ведь не всю жизнь на кон поставил. Остаток. Пан или пропал? Ставка была уж очень хорошей. У вас во всем чисто математический расчет. А как же совесть? Простите, что? Совесть? Совесть. Совесть. Я из дома. Ванна спряталась от него. Слушай, ну меня это не устраивает. Скреси с ним больше. Что? В таком случае все все узнают. И да, я не боюсь.
Метелкина Наталья. Зарегистрирована по другому адресу. О, как? Может, квартиру снимала здесь? Или ходила кому-то в гости. Две связки ключей от разных помещений. Да, и здесь один, похоже, от допотопного сейфа. С чего ты взял? Да у меня тоже был такой, когда участковым был. Ладно, давай заканчивай здесь, пойдем по квартирам. Убитая Метелкина Наталья Игоревна, 35 лет. Замужем, двое детей. Муж Метелкин Федор Иванович, 35 лет, работает геодезистом. Я пыталась с ним связаться, но телефон недоступен. Судя по фотографиям в соцсетях, дети Метелкиных сейчас в лагере. Несколько месяцев назад она устроилась сразу на две работы. Бухгалтером на полставки в офис мобильного оператора. И секретарем фонд имени Григория Распутина. Видимо, острая нехватка денег. Кого ты сказала? Того самого Гришки Распутина? Кому Гришка, а кому? Почтенный старец Григорий Ефимович, друг царской семьи. Ты уже закончил? Да. Смерть наступила от кровопотери. Убийца полоснул жертву ножом по горлу. Перерезал еремную вену. Время смерти? Сегодня между 12 и 13 часами. Умерла не одна, а своим нерожденным ребенком. Какой срок? 5 недель. Чем еще удивишь? У нее была собака. Просто обнаружена собачья шерсть на необычном месте, на нижней губе. Могла попасть на лестничной клетке, но может и зацепка. О нашем что-то удалось узнать? По квартирный опрос ничего не дал. Жертву никто не опознал, но у многих жильцов нет дома. А на опознание вообще-то кто-то приедет? Мужа Метелкина не нашли, его телефон вне сети. А родители живут в Тюмени. Может, и с мужем что-то случилось? Или сбежал. Так, граждане приняты, обратите внимание, одна из связок ключей жертвы подошла к замку двери ее квартиры. Чисто. Чисто! Граждане приняты, пройдемте. Да, незажиточно все в одной комнате. В чистоте, да не в обиде. На постельном белье биологические следы. Пахнет Новым годом. Да, красиво жить не запретишь. В тесноте да не в обиде. Судя по всему, без обид здесь не обошлось. Скрытая камера и флешка. Галина Николаевна, оказывается, у Метелкиной был совсем молодой любовник. Удалось установить его личность? Пока нет. Работаем над этим. ФЭС расследует убийство Натальи Метелкиной. Она работала секретарем в фонде Григория Распутина. При обыске в квартире жертвы найдена скрытая камера. На записях видно, что убитая изменяла своему мужу Федору Метелкину. Возможно, это Федор убил свою жену на почве ревности. ФЭС ищет Федора. Метелкина и ее любовник грамотно шифровались. В телефоне даже переписки никакой нет. Что у тебя? Представляешь? Фондом Распутина, в котором подрабатывал Метелкина, руководит его прямой потомок, Мария Распутина. И как? Есть сходство со старцем? И кто из них Мария Распутина? Та, что без бороды.
А что за фонд? Благотворительный? Нет. Фонд создан для сохранения наследия Григория Ефимовича. И вот главной реликвией является табакерка, инкрустированная драгоценными камнями и подаренная Распутину императрицей. Оксана, это все, конечно, очень интересно. Но как эти сомнительные факты помогут нам в расследовании? Ну почему сомнительные? Императрица любила Распутина, а грязные языки утверждали, что... Оксана! Распутина живет в доме, где была убита Метелкина. И, кстати, они часто созванивались. Ну, а другое дело. Показывай. В общем, у потомков Распутина не менее трагическая судьба. Сын Распутиной, Дмитрий, 8 лет назад вместе с женой погибли в горах при сходе лавины. И Распутина одна воспитывает 2 внуков. Вот что значит плохая карма. Бедные сиротки. Погоди. Это же любовник убитый. Да ладно. Приехал муж Метелкиной. Пойду. Здравствуйте, я полковник Рогозина. Примите мои соболезнования. Как это могло случиться? Что мне детям сказать? Кто мог ее убить? А может, на этот вопрос вы мне сами и ответите? Значит, правда. На камере, которой была сделана эта запись, ваши отпечатки пальцев. Вы убили жену из ревности? Что? Я? Нет. Я не убивал Наташу. Но ведь вы следили за ней, значит, был повод? Ну да. Наташа в последнее время охладела ко мне. Я начал подозревать, что у нее кто-то появился. Говорил же, что надо на работу. А то дома сидишь, киснешь. А тут... вон как преобразилась. Ну, на работу я пошла, когда надоело эти копейки считать. А ты бы вон лучше пропылесосил или за детьми игрушки убрал. Или ты думаешь, что я одна все должна делать. Теперь у меня есть работа, и я больше твоей Золушкой не буду. Такая аппетитная Золушка. Ой, слушай, ну не трогай. Натусь, я тут подумал. Дети в лагере. Что если нам с тобой романтик устроить с продолжением? Ты бы вот лучше денег на квартиру заработал, а не тратил их на этот букет и на это пойло. Ну что ты сразу? Что я сразу? У нас дети в обносках ходят. Я себе платье в секонд-хенде покупаю, а у тебя мысли только об одном. Ну, Наташ, я хотел как лучше. Хочешь как лучше? Тогда напросись на командировку. Там на суточных сэкономишь. Вы знаете любовника вашей жены? Сосунок какой-то. Он хоть совершеннолетний. Нет. Не знал. Вам знакомы эти ключи? Они были найдены в сумочке вашей жены. Где вы были сегодня в районе полудня? Вы серьезно думаете, что я мог? Отвечайте на вопрос. Я был 2 дня в командировке. Сегодня утром я вернулся прямо из аэропорта. Поехал на объект. Потом вы меня вызвали. Хорошо, мы проверим ваши показания. А пока вы задержаны. Подождите. Дети должны из лагеря завтра вернуться. Позвоните, пожалуйста, Павлу Краснову. Это дядя жены. Он о них позаботится. Ой, иди-ка сюда. Наташа, племянница моего близкого друга Паши Краснова. Работает у меня в фонде секретарем и бухгалтером. Правая рука. А когда вы видели Метелкину в последний раз? На прошлой неделе. Я не знаю, что она делала сегодня в нашем подъезде, и я ее не приглашала. А где были вы в первой половине дня?
Я была с моей Люсенькой на выставке собак. Иди ко мне, моя сладенькая. Скажите, а внуки ваши где? Ой, они ушли с утра, шляются до вечера. Черт знает где. На вас зарегистрированы 3 симки по семейному тарифу. Вы не подскажете, кто какими номерами пользуется? Пишите. Я пробил геолокацию Гриши Распутина. Он движется в сторону дома. Это Гриша часто созванивался с Натальей, а не Мария. Пацана, симок. А для чего они ему? Не знаю. Я их ему не покупала. Слишком легкая магнитола. И в ней что-то есть. Не трогайте, это мое! Тихо. Спокойно. 9400-500 будет. Откуда у тебя такие деньжищи? Рассказывай немедленно. Не твое дело. На школьных завтраках сэкономил. Сегодня утром Метелкин вернулся в Москву и прямо из аэропорта отправился на объект. Никуда не заезжал. Метелкин заказал такси через приложение. Там остались все данные. Водитель Федора опознал и все подтвердил. Почему мы тогда не могли с ним связаться? Объект находится в поле за городом. Сотовая связь работает нестабильно. Метелкин находился на объекте с 10 до 14. Его коллеги подтвердили. А еще проверили ножи из квартиры Метелкиных. Кухню они не покидали. А точнее? Следов крови на них нет. Лёй, смотри, что здесь есть. О, откройте сейф. Пожалуйста. А зачем вам мой сейф? У Метелкиной найдена копия ключа от вашего сейфа. Что? Этого не может быть. Скажите, а что это за документ? Ну что ж, продам квартиру и отправимся с тобой в путешествие. Весь мир объедем. Ой, Паша, наконец наша мечта осуществится. Одно из моих желаний уже осуществилось. Смотри. Ха. Ой, ну ты даешь. Да, вот так вот. А еще у меня тебе есть небольшой подарочек. Я думаю, в путешествии пригодится. Что вот, это? На, посмотри. Красивый, но... Не нравится? Нравится. Только поздно мне такие купальники надевать. Ну, да и на море я не раз была. Я хочу увидеть северное сияние. Ух ты! Вот. Держи! Ну что ж, если хочешь, значит, увидим. Ну, а море в следующий раз. Только понимаешь, тут есть один момент. Ты что, болен? Да типа он тебе на язык. Я здоров как бык. 120 на 60. То дело в другом. Я боюсь, как бы меня с квартирой не облапошили. Документы бы не украли. Поэтому можно они пока полежат у тебя в сейфе. Я сделала копию ключа и отдала его Павлуше. А в сейфе еще что-нибудь было? Ничего не пропало? Нет. Почему это нет? А табакерка Распутина, она где? А, табакерка. Она в этой,
в банковской ячейке. Я как чувствовала. Вчера ее туда положила. А до этого мне сон был. Григорий Ефимович приснился. Пальцем грозил. И на табакерку указал. Так, все понятно. Закончили? Да, конечно. Только вот тебе придется проехать с нами. Галина Николаевна, мы выяснили, что Метелкина была в квартире Распутина в день убийства. Собачья шерсть с убитой принадлежит собаке Распутина. А отпечатки на сейфе Метелкиной. Непонятно, зачем она залезла в сейф, если документы на месте. Может, ей нужны были не документы, а табакерка? Но Распутин успел ее переложить в банковскую ячейку. Есть у меня подозрение, что Распутин соврала насчет ячейки. Уж больно странно она себя повела. Мы проверим. Скажите, у вашей племянницы в последнее время были какие-нибудь финансовые трудности? Ну, им всегда не хватало денег. Она долгое время сидела без работы, муж зарабатывал мало. Но последнее время она стала просто как-то одержима деньгами. Как мне это все надоело. Это нищета достала. Ютимся здесь, в этой однокомнатной квартире, всем табором. Не пройти, не проехать. Но ты же вышла на работу. Возьмите ипотеку. Ипотеку. Вместо того, чтобы советы давать, он лучше бы поменялся с нами квартирой. У тебя хоромы трехкомнатные на Арбате. Зачем тебе? Переехал бы сюда жить. Поменялся бы с нами. Хоромы выставлены на продажу. Мне тоже нужны деньги. А у тебя есть муж. Вот пусть он тебя и обеспечивает. Муж? Муж. То есть ты продаешь мое наследство? А вот ты лучше посоветуй мне, какой купальник купить даме моего сердца? А сколько ей? По 30? Может, под 40? Ну, где-то 41. Ну, скажем, 50 плюс. А ты купи самый открытый. Будет звездой пляжа. Бухгалтер Наталья Метелкина убита в подъезде дома своего молодого любовника Гриши Распутина. Наталья работала в фонде имени Григория Распутина. Основателем фонда является бабушка Гриши Мария Распутина. Она же владелица дорогой табакерки, подаренной Распутину царской семьей. Наталья проникла в квартиру Марии и пыталась ее обокрасть. Однако Мария утверждает, что все на месте. Лёнь, я проверю алиби Краснова. Может, они с его племянницей в сговоре были? Не думаю. На ключах Краснова от квартиры и от сейфа Распутиной обнаружены следы пластилина. То есть Метелкина сделала слепки с его ключей? Да, втайне от него. Зато она могла быть в сговоре с Гришей Распутиным. Селиванов сделал экспертизу ДНК. Метелкина была беременна от своего любовника. Я проверил симки, найденные в комнате Гриши Распутина. Они все были оформлены на чужие имена в офисе мобильного оператора, где работала Метелкина. Это она их оформила и передала своему любовнику. А только зачем? Ой, смотри-ка, что я нашла в ноутбуке Гриши Распутина. Ты хочешь, чтобы я сняла с себя блузку? Это будет дорого стоить. Галина Николаевна, похоже, Алиса Распутина, сестра Гриши, работает вебкам-моделью. Мы выясняем личность ее клиентов. Я нашел одного. Волынцев Петр Сергеевич, 55 лет. На одной из симок Гриши есть переписка с Волынцевым. Да ладно? А что могло их связывать?
Гриша шантажировал Волынцева. И думаю, это не единственный клиент Алисы. Вот для чего нужны симки. Которые ему поставляла Метелкина. Они действовали вместе. Вызовите психолога, чтобы допросить брата и сестру Распутиных. Надо понять, насколько далеко они зашли, занимаясь шантажом. Возможно, это и привело к убийству Метелкиной. Угу. Мне пришлось этим заниматься. Зачем? Вас кто-то принуждал? Я не хотела. Но бабка ни копья мне не давала. Пришлось самой зарабатывать. Она свою шавку больше любит, чем нас с Гришей. Не поняла, а при чем здесь собака? У меня бронхит был. Так она мне даже врача не вызвала. Поила аспирином. А когда у собаченцы выпало две шерстинки, так она ее в дорогущую клинику через всю Москву повезла. Понятно. Но вам и этих денег было мало, и вы с Гришей шантажировали своих клиентов. Что? Гриша знает про это? Где вы были сегодня днем? Где? У подруги была весь день. Кто, кроме подруги, может это подтвердить? Предки ее могут. Извините. Да, Степа. Галина Николаевна, я проверил алиби Краснова. В общем, на момент убийства Метелкиной он был в поликлинике. Григорий, какие отношения у вас связывали с Натальей Метелкиной? Да никакие. Виделись пару раз, когда она к бабке приходила, и все. Мы знаем, что Наталья была беременна от вас. Как? Я не знал об этом. Как долго вы состояли с ней в любовной связи? До полгода где-то. Кто из вас двоих придумал шантажировать клиентов Алисы? О чем это вы? Послушайте, может, хватит? Это скриншоты с видеозаписей, которые были в вашем ноутбуке. А это распечатки сообщений с симок, которые также нашли в вашей комнате. Ну да. Я случайно узнал, что Лиза этим занимается. Я не думал, что на этом можно хоть как-то донавариться. Да и тем более мне бы такая светлая мысль в голову и не пришла. Ой, Гришка, ты огонь. Тебе с твоими данными или в порно сниматься, или вебкам-моделью. Ой, бабла бы ты загребал. Погоди, а ты откуда знаешь? Что знаю? Да не, ничего. Я вообще вдруг захочу президентом стать. Какой же компромат на меня будет, а? А ты давай тему не меняй. Давай, Калий, что я там знаю или не знаю. Или ты уже в порно снимаешься? Ты что? Ты что, с ума сошла, что ли? Не я. А тогда кто? Ну, Калий, давай. Да, Алиска. Случайно увидела, она перед мужиками за бабки раздевается в чате. Вот дура, конечно. Ну, дура не дура. А у меня здесь появилась отличная идея. Слушай, а ты же хорошо в компьютерах разбираешься? Ну, так. А ты же сможешь установить какую-нибудь компьютерную программку, чтобы записывать? Ты что, с ума сошла, что ли? Она же сестра моя. Да ты дослушай. А потом будешь определять IP-адрес ее клиентов. Зачем? Ой, ну не тупи. Я куплю левые симки. И мы с этих извращенцев бабла поимеем. Как вы получали деньги? На электронные кошельки. А потом делили их пополам. Но никаких крупных сумм у Метелкина не было обнаружено. Так, может быть, вы забирали большую часть денег себе, а она об этом узнала? Нет, я... И она решила возместить неполученные деньги и украсть табакерку. А заодно пригрозила рассказать обо всем вашей бабушке и сестре. Вы испугались и убили Метелкину. Где вы были сегодня днем? Да я не убивала Наташу, вы что? Я с ней весь день был в торговом центре. Хорошо. Мы проверим ваше алиби.
А вот за вымогательство вам, скорее всего, ответить придется. Думаю, Метелкина обчищала квартиру Распутина одна. Поняв, что квартира дядюшки ей не светит, решилась на кражу табакерки. Так, и зачем ей эта табакерка? Ее рыночная стоимость, на минуточку, 300 тысяч евро. Ну вот правда, какая-то мутная история с этой табакеркой. Распутин утверждает, что убрала ее в банковскую ячейку, тем самым спасла от кражи. Только вот я вот проверил, ни в одном банке ячейки у нее нет. А что это значит? Что табакерку все-таки украли, а хозяйка почему-то не заинтересована в ее поиске. Привет. Привет. Что новенького с утра? У Алисы Распутиной на момент убийства Метелкина крепкое алиби. Что за папки? Заинтересовавшись историей Распутина, я решила покопаться в архивах. Что накопала? Я составила генеалогическое древо нашей Распутиной. Она мошенница. А не с настоящим Распутиным, просто однофамильцы. Вот это поворот. Настоящий Распутин и его предки родом из Вологодской и Тобольской губернии. А предки нашей Марии жили в Астрахани. И только в начале 20 века перебрались в окрестности Москвы. Получается, табакерка тоже не настоящая? Ну, утверждать этого мы не можем, но думаю, что именно поэтому Мария и соврала про нее. Судя по уликам, украл табакерку Метелкина. Но при ней ничего не было. Скорее всего, тот, у кого сейчас табакерка и есть убийца Метелкиной. Судьба двух младших детей Распутина доподлинно неизвестна. Поэтому вам удалось убедить людей в том, что вы являетесь его потомком. Вы подделали документы о вашем родстве. Экспертиза это подтвердила. Поэтому вы промолчали про кражу табакерки. Мы проверили. У вас нет ни одной банковской ячейки. Что это за табакерка и где вы ее взяли? От прадеда по наследству досталось. Я просто инкрустировала ее фианитами. Кто еще знает о том, что вы хранили табакерку у себя дома? Да все знают. Спонсоры фонда ко мне домой приходили. Я им показывала. Кстати, за последний месяц очень многие хотели ее купить. Я провел экспертизу ножей из квартиры Распутиных. Орудия убийства среди них нет. К тому же алиби Распутина и ее внука подтвердилось. Я пробила меценатов, недавно посещавших Распутину. И вот одному из них, Федулькину Валерию Андреевичу, пришло сообщение с незарегистрированной симки. Я знаю, что вас интересует. Договоримся. Ну, и о чем они? Не знаю. Но они сразу созвонились. Федулькин неоднократно проходил по делам, связанным со скупкой и перепродажей краденого антиквариата. Так звони скорее Рогозиной. У нас вон на доске ни одного подозреваемого. Галина Николаевна, на Федулькина пришлось нажать, чтобы разговаривать. Что вы узнали? С ним связался некий мужчина, предложил купить табакерку. Федулькин согласился. Да, вчера вечером неизвестный написал, что товар у него, и назначил встречу днем. Оставайтесь на месте, кое-что проверю.
Черт, мышка нас переиграла. Да, здесь просто замечательный обзор. Мы как на ладони видны. Важная земля. Горшок только опрокинули. Наверняка это наш злодей. Надеюсь, он хотя бы пальчики свои оставил. Давай. Молодцы! Пальчики преступника — это все, что принесла ваша операция. Теперь убийца залежет на дно. Ну, злодею все равно надо сбыть табакерку. И у нас есть план, как его выманить. Вань. В Даркнете есть закрытые торговые площадки. Обычный поиск их никогда не выведет. Вход только по приглашениям. Федулькин любезно предоставил приглашение на площадке, где продается антиквариат. На одной из них есть объявление о продаже табакерки. Да, я создал в сети легенду о Мелиной, а также фейковые страницы в соцсетях. Кому? О Мелиной. Она теперь жена олигарха, бывший историк, гемолог, очень любит коллекционировать антиквариат и очень хорошо в нем разбирается. Да вы что, с ума сошли? Она согласна! Она не против. Мадам, маленькая проверочка. Хотел убедиться, что нет хвоста. Тут вообще никого нет. Ну что, все в порядке? Да. С вами приятно иметь дело. Если у вас появится еще что-то интересное, готова рассмотреть предложение. Это навряд ли. Васильевич Распутин, сгинувший под снежной лавиной несколько лет назад. Ну и как же вы объясните свое чудесное воскрешение? А ваша мать, Мария Распутина, знает о том, что вы живы? Нет. Ни мать, ни дети не знают. Нам с женой пришлось умереть. Почему? Мы ввязались в аферу, где крутились бандитские деньги, и нам поступали угрозы. Где ваша жена сейчас? Умерла 2 года назад. На ваших брюках обнаружена шерсть собаки из квартиры вашей матери. Вы там были. На ваших часах микрочастицы крови Натальи Метелкиной. На вашей обуви также ее кровь. Вы украли табакерку и убили Метелкину. Зачем?
Я не планировал никого убивать. Простите, где Мария Григорьевна? А вы кто? А, сосед. У вас дверь была открыта, я вошел посмотреть, все ли в порядке. Так где хозяйка? А она отошла, скоро вернется. Вы не подумайте, я ее родственница. На моря еду через Москву, вот решила остановиться. А в сейф зачем полезли? Так, я звоню в полицию. Нет, послушайте, не нужно полицию. Я вам сейчас все объясню. Понимаете, у меня дядя сошел с ума. Он хочет продать нашу квартиру. А все деньги он хочет отдать Марии. Я не могу этого допустить. Я просто хочу забрать документы, они лежат в сейфе. Кража вам тут не поможет. Любой документ можно восстановить. Мне сдается, вы за другой вещицей охотитесь. Здесь у соседки в сейфе ценная шкатулка лежит с камушками. Вот такой пассаж. Я просто уйду, мы обо всем забудем. Не в моих правилах верить в воровки. Я хочу вас расстроить. Ваша мать врала вам, что вы являетесь потомками Распутина. Как? Табакерка. Такая же фальшивка, как и ваша родословная. Думаю, красная цена ей 1100 рублей. Но никак не 300 тысяч евро. Зырите. Толик! Сегодня из школы снова звонили. Не стыдно тебе? Мать из-за тебя, придурка, на трех работах работает, а ты? Ты мне не отец, чтобы меня поучать. Что? Посидишь дома до прихода матери? Не трогай меня! Нет, значит, нельзя. Что случилось? Отчима! Он что-то тебе сделал? Прессует, унижает! Считает меня утырком! А сам он кто? Он ничего не понимает. Я тебя понимаю. Вера, ну не реви, найду я Толика. Да знаю я, где его искать! Черт! Прибью извращенца, если он что-то с пацаном сотворил!
Геннадий Олегович, это снова я. Скажите, пожалуйста, как я понял, вы заявили вашему участковому, что вашего пасынка Толик Разуваева похитил его учитель, так? Лютин. Все верно. Лютин Илья Васильевич. Кроме этого, вы обвинили Лютина в педофилии. Да чего обвинять? Он и есть выродок. Ну, не горячитесь, прошу вас. Давайте пройдемся, успокоимся. Вы спокойно расскажете мне по порядку все. Ну, во-первых, во сколько мальчик ушел из дома? Ну, где-то минут за 20 до начала матча с хорватами. Около 4. Ну, а где-то к 11 мы его хватились. К 11 вечера, правильно я вас понимаю? Ну, да. Ночь на дворе, а пацана дома нет. Но я сразу двинул к дому Лютина, а по дороге нашел кепку Толика. Ну и сразу к участковому. А почему вы решили искать ребенка именно у Лютина? Да он типа мальца программировать учит после школы. Бесплатно. Ну, учит. Ну, бесплатно. И что? Да Толик наш придурок. Ну, какое программирование? Да и видал я их. Учебу. Поясните, что значит «видали»? Да я однажды проходил мимо дома Лютина. А там наш парнишка полуголый, а этот ему спину наглаживает. Я в тот раз этому педагогу хорошенечко в челюсть зарядил, а только вытащил. Вот оно как. Но малец-то продолжал к нему бегать. А мамке наплел, что Лютин его мази натирал. Что, мол, он спину сорвал, когда тяжести носил. Ну какие тяжести в его жизни? Никто мне про Лютина не верил. Мол, уважаемый человек, учитель. А ну вон, а как? Пропал наш парень. Крепитесь, Дядя Олегович, крепитесь. Граждане понятые, значит, обратите внимание, что рядом со следами крови обнаружены следы шин. Ну-ка. Это вон там, что ли? Там, что ли. Судя по направлению рисунка протектора, машина с пробуксовкой стартанула вот туда. Именно так. Так, значит, там, помню, проезжали помойка. Угу. А вот там-то чего? Там грузовая площадка поселкового магазина. Ну, уже кое-что. В магазине может быть ночной сторож, а он, в свою очередь, мог что-то видеть. Спросим. На бейсболке кровь Анатолия Разуваева, и следы краски. Я думаю, что парня ударили по голове крашеным брусом. Его телефон был активен последний раз в 18:10. Где? Дома у Лютина. Ага, а теперь он выключен? Да, как и телефон Лютина. А что с протектором? Да. Шины старые, родные, от старой иномарки. Угу. У Лютина как раз такая. Похоже, Лютин шарахнул парня по голове и увез его на своей машине. По логике, он должен был сделать это дома. Похоже, так и было. А зачем Лютин останавливался между помойкой и магазином? Как это, кепка из машины выпала? Нет, что-то все это странно как-то. Ну, может, Разуваев пытался бежать? Парень-то он крепкий. Ну, может быть. Ночной сторож магазина «Чашки» ничего не видел и не слышал. А жители ближайших домов? Участковый попросил тоже голяк. Но я надеюсь, что собака след не потеряет. Слушай, кофе хочешь? Нет. Хочешь. Пистолет? Татуировка? Не пистолет, а зажигалка. И не татуировка, а рисунок шарика под ручкой. Это ведь роза ветров? Символ джентльменов удачи, пиратов. Нынче такие и уголовники накалывают. Судя по группам в соцсети, в которых состоит Разуваев, парень увлекается воровской романтикой. А что с его родным отцом? Умер. Давно. Нету парня, ни друзей, ни девушки. Одиноко ему. Вот страдает всякой фигней. Извините. А что семья педагога? Лютин был женат. Развелся сразу после гибели сына-подростка. В
все время посвящает школе. Преподает алгебру и геометрию в средней школе поселка Швейный. Вот уже больше 20 лет. С его бывшей женой побеседовали? Да. Она живет в другом конце страны. Говорит, что не простила Лютина. А в чем его винила? В том, что разбаловал сына. Тот бегал по всяким заброшкам, упал и разбился насмерть. А у него не было романов с коллегами после развода? Все-таки школа, коллектив женский? Нет, но 3 года назад его подозревали в интрижке со старшеклассницей Клавдией Сомовой. Его чуть не уволили из-за этого. Но не уволили. Почему? Она не дала показаний. Она уже закончила школу? Да. Ей сейчас 19. Я думаю, Сомова сейчас сможет рассказать что-то, о чем побоялась сказать в 16. Клавдия Эдуардовна, извините, что побеспокоили вас так рано. Да ничего, я все прекрасно понимаю, да. Так, у меня к вам вопрос. Да. Значит, 3 года назад вы систематически бывали в гостях у вашего классного руководителя Лютина Ильи Васильевича. Угу. Какие у вас были отношения? Он был прям такой няшечка. Ну, то есть милый. Прям очень. Ты умница. Я уверен, ты сдашь экзамены на отлично и поступишь в институт. Я стараюсь только ради вас. Но я не знаю, на самом деле, на что я рассчитывала. Я прекрасно знала, что у него были другие вкусы. В смысле? Ну, вы сами понимаете. Нет, не совсем. Я видела у него в скрытых папках на компьютере видео с мальчиками, порнографические. Угу. А почему вы никому об этом не рассказали? Ну, а кому в Швейном тут расскажешь-то? Тут из неравнодушных только один Лютин был. Всем остальным учителям было абсолютно на все плевать. Родители. Ну, они тогда пили, не просыхая. В поселке Швейный пропадает трудный подросток Толик Разуваев. Вместе с Толиком исчез и его классный руководитель Илья Лютин. Отчим мальчика уверен в том, что педагог развращал Толика. Эксперты находят следы крови подростка на обочине дороги. Похоже, он стал жертвой учителя-педофила. Граждане понятые, проходите. Как вы, надеюсь, заметили при осмотре этого дома, хозяина дома, Ильи Васильевича Лютина, нами не обнаружено. Также осушат его машины. А, одну секунду. Да, Вань, я. Сейчас, погоди, на громкую переведу. Да-да, слушаю. Судя по прошлым подключениям к интернету, в доме должна быть техника, ноутбук и планшет. Слушай, ну нет ничего такого. Я очень внимательно все смотрел. Даже шнур от ноутбука имеется, а самих гаджетов здесь нету. А может, Лютин их с собой забрал? Они что, цены какие-то? 1200 каждый! Сколько? Это при его зарплате сельского учителя в 20 тысяч? Ничего себе! Интересно, откуда дровишки? Мне тоже интересно! Вот-вот. Ладно, разберемся. Пока. Пока! Граждане понятые, больше добро сюда. Давай сюда. Вот прошу обратить внимание на это произведение искусства. Как вы видите, пыль лежит и на раме, и на самом холсте равномерным слоем. Но вот здесь заметны следы человеческих пальцев. Причем, скорее всего, преступник был в перчатках. И это значит что? Что здесь производился обыск. Майский прислал фотки следов протектора шин с гаража Лютина. Они совпадают с найденными около места обнаружения бейсболки мальчика. Я объявляю тачку и учителя в розыск.
вниз. Угу. Нашел, нашел. Да, это следы протектора шин машины Лютина. Жалко парня, думаю, этот маньяк гнида грохнул жертву своего растления, а сам в бега пустился. Никогда к такому не привыкну. Входную дверь дома Лютина вскрывали профессионально. В пробах с дверной ручки есть следы хлопка и полиэфира. Из такого же материала шьют дешевую строительную робу. Швейный бедный поселок, там никто не строится. Ну что, прям совсем никто? Совсем. А вот в паре километров от швейного шабашники строят дачи чиновникам районной администрации. А куда мог податься Лютин? Он же сирота. С бывшей женой не общается, ведь так? Да, так. А с его единственным постоянным контактом ты разобрался? Нет пока. Он не авторизован. Когда тебя это останавливало? Зарегистрирован на далеких солнечных островах, и Лютин с ним связывался через прокси-сервер. Ничего себе. То есть вообще никакой информации? Только то, что телефон островитянина последний раз включался в Москве. Мальчик умер около полуночи. На голове есть рана от удара деревянным брусом. Смертельно? Нет, причин смерти удушения. И вот еще. Взгляни. Да, этим гематомом явно не один день. Его регулярно избивали ремнем, причем били по тем местам, которые обычно закрыты одеждой. Вряд ли мальчик стал бы бегать к Лютину, если кто-то его избивал. Наверняка это делал отчим. Какой мерзавец. Может, это он его убил? Он не мог. С половины двенадцатого он уже был у участкового, искал пасынка. Бедный мальчик. Наверняка его подтолкнуло к Лютину безобразное отношение в семье. Следов прямого сексуального насилия на теле нет, но есть следы сопротивления. Мальчик боролся, но убийца был значительно сильнее. У шабашников нет пересечения с Лютиным, и в педофилии из них никто не подозревался. Вот ты говоришь, Андрей, пора, мол, факс выбросить. А как послание из прошлого получать? Из какого прошлого? Из того, в котором находится поселок Швейный, например. Они мне документы по строителям по факсу прислали, прикинь. Смотри, как тут интересно. Сегодня утром, сразу после исчезновения Разуваева и Лютина, у шабашников произошли кадровые перестановки. Какие? Я бы сказал, радикальные. Бригадир с помощниками вдруг уволились, а на их место, по рекомендации уволившегося, взяли некого Зиновьева и трех парней с ним. Странное совпадение, не правда ли? Ну да. А мне вот интересно, где машина Лютина? Она до сих пор ни на одной камере и ни на одном въезде на шоссе не появлялась. Да, в лесу есть река. Лютин мог утопить машину. Будем проверять. Галь? Да, проходи. Вот. Галя, история такая. Бывший бригадир шабашников, Новиков, сказал мне, что Зиновьев предложил ему денег за то, чтобы Новиков сам уволился, а на место нового бригадира предложил самого Зиновьева. Не похоже, что врет. Нет. Знаете, сколько при нем было? Я изъял на всякий случай. Отнимать деньги у бригадира шабашников – травмоопасное предприятие. А у меня есть оборонительный кулак. И ствол всегда с собой. Зиновьев Никита Романович официально безработный, однако часто за границу летает, причем бизнес-классом. Везет же. Тут на даче на электричке съездить некогда. Ага. Ого. 10 лет назад Зиновьев служил в десанте. Ушел в запас, и с тех пор по нему практически нет информации. Очень подозрительно. Я сейчас Белый напишу, пускай она за ним присмотрит. О, наконец-то. Нашелся островитянин. Номер, на который частенько звонил Лютин, принадлежит Михаилу Яновичу Добровскому. Тому самому? Да, мультимиллионеру. Добровский учился с Лютиным в одном пединституте.
Они были соседями по комнате в общаге. А когда у Добровского в конце 90-х отжали первый бизнес, его упекли в тюрьму на несколько лет, Лютинова там навещал. Послушай-ка, что Добровский говорит в интервью. Настоящий друг у меня только один. Это не публичная персона, мы редко видимся, но я ему доверяю как себе. Он поддерживал меня, когда я без копейки денег вышел из тюрьмы. Он продал свою дачу, чтобы помочь мне стартовать. Каждому желаю иметь такого товарища. Похоже... Где? Похоже, Добровский говорит о Лютине. Лютин как раз продал свой садовый участок в тот год, когда Добровский вышел из тюрьмы. Мерзавцы тоже могут стоять друг за друга. Я про Добровского читал, что он спускал на журналистов бойцовых собак. Ходят слухи очень грязные о его распущенности и садизме. В ночь исчезновения Розуваева и Лютина Добровский срочно вылетел в Россию из-за границы. Отменил свою речь на бизнес-форуме в Стокгольме. Думаешь, совпадение? Или богач с сомнительной репутацией поспешил на выручку дружку, извращенцу? Зиновьев и его парни ушли с дороги в юго-западном направлении. Слушай, тут по карте как раз в той стороне, метров 100, заброшенный пионерский лагерь. Походу, они туда двинули. А что там делать по ночам, непонятно. Для пионеров-то они староваты, тебе не кажется? Всем приготовиться. Они разделились, Зиновьев вооружен. Окружить лагерь по периметру. Я пошел. Зиновьевских халуев повязали на подвале с копом. Кроме них, в пионерском лагере, больше никого не было. Ни следов, ни крови, ничего. Что они там вообще делали? Оргтехника Лютина. Это они обыскивали дом. Что вас связывает с бизнесменом Добровским? Я глава его службы безопасности. А каким образом безопасность Добровского связана с работой бригадира строителей? Вы знаете, я не буду отвечать на ваши вопросы в отсутствие шефа. Или, как минимум, его прямой команды. Лично мне действия Зиновьева напоминают негласную поисковую операцию. Он устроился шабашником. Профессионально. Для того, чтобы раствориться среди местных. Парни его, опять же, в заброшенном пионерском лагере подвал обыскивали. Чего не искали-то? Или кого? Да. Нашли машину Лютина в реке. Так, а Галя где сейчас? Добровского допрашивают. Илюха не сбежал. Он не преступник. Его похитили. У меня требует выкуп. Когда с вами связались? Вчера в час ночи позвонили, попросили 5 миллионов. А в 5 утра написали, что нужно 100. Большие наличные деньги даже для меня. Когда и как вы должны передать деньги? Как не сказали, дали время до 23:30 субботы. То есть до сегодняшнего вечера? Да. Можно воды? Да, конечно. Воды принесите, пожалуйста. Спасибо. Почему не обратились в полицию? Тот, кто 3 года отсидел по ложному обвинению, не склонен доверять полиции. У меня своя служба безопасности. Зиновьев – хороший специалист. А ваша служба безопасности пыталась установить, откуда отправлено сообщение? Разумеется. С неавторизованной симки. Но локализована она была в соте поселка Швейный. Вы слышали голос Лютина? Да. После второй смски они заставили его со мной поговорить. Я уверен, что Илюху пытали.
поселке Швейной пропадает подросток Толик Разуваев. Вместе с Толиком пропал и его классный руководитель Илья Лютин. Эксперты находят труп мальчика в лесу. Есть версия, что школьник стал жертвой учителя-педофила. Но миллионер Добровский утверждает, что его друга Лютина похитили, а у Добровского требуют выкуп. Как дела? Я бы сказал, плачевно. Улики, если они были, тю-тю, размокли. Смыло. Багажник размок. Одна надежда на водонепроницаемый чехол для спиннинга. А где сам спиннинг? Добровский сказал, что он купил его в Швейцарии специально для Лютина. Пропал. Я сделал соскоб с внутренней поверхности чехла. Там кровь Разуваева, микроследы древесно-волокнистого прессованного листа и картона с яичным желтком. Это любопытное сочетание. Мишань, не думал, что так попадусь. Меня ввели вокруг пальца. Сердцу холодно. Вытащи меня. Прости, что втянул. Это шифр. У Лютина и Добровского студенческие годы был свой секретный язык для сдачи экзаменов. Они меняли смысл поговорок на более буквальный. Ну, например, обвести вокруг пальца – это находиться близко. То есть, следуя этой логике, одному жить, сердцу холодно. Типа его держат где-то близко, одного и в холодном месте, так? Руководствуясь этими указаниями, Добровский отправил Зиновьева в заброшенный пионерский лагерь. В окрестностях поселка больше негде спрятать пленника. Ну пойми, в лагере не только ни самого Лютина не было, но даже следов его пребывания. Так ну а где тогда они прятали? Думаю, прямо в поселке. Почему ты так думаешь? В чехле от спиннинга следы картонных упаковок для яиц и прессованного листа. Обычно это используют для самой примитивной дешевой звукоизоляции. А звукоизоляция нужна когда? Когда? Когда шум могут услышать посторонние или соседи. А кто знал, что вы до сих пор дружите с Лютиным? Единицы. С поселка Святая Швейна вообще никто. Илюха боялся, что если кто узнает, выстроится очередь из нуждающихся и очень сильно нуждающихся. Похитители. Они на Илюхе живого места не оставили. Ты уверен? Уверен. Закрывай глаза. Сотый поселок Швейный. Точнее, местоположение телефона, с которого были отправлены фото Лютина. Не отследите. Ну, может, Андрюха что, по фотографиям самим поймет. Фото я заметил, что уплотнение кожного покрова есть, а припухлости нет. А я измерил толщину кожного покрова в графическом редакторе. И смотри, сравнил с обычным фото Лютина. Разница оказалась минимальной. При гематомии это невозможно. Ну и мы решили провести эксперимент. Надо мной. Ваня, ты послужил науке. Теперь-то мы знаем, что следы избиения – это грим. И мы решили его повторить. А ты человек опытный, умный. Даже ты в это поверил. Ваня, ты герой! Ты... Тихо, 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 ты живой! Тихо, ты держись! Ты живой! Тихо, тихо, Борис, 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 тихо, 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 тихо,
И лицо понесчастнее сделаю. Да вы что? Я предлагал Илюхе работу, предлагал инвестиции в его бизнес, любой. Он отказывался, он идейный педагог. Хорошо. Давайте предположим, что ему вдруг понадобились деньги. На что бы вы точно не дали? На юбку. Неужели променять все на какую-то девицу? Он вам рассказывал о ней? Упоминал, что сильно переживает за какую-то девушку. Имени ее не называл. Танюш, можешь нас поздравить, у нас новые водные. Галя считает, что Добровский все не умрет. И на самом деле, Лютин ему о Клаве Сомовой рассказывал. Ну, для нас это вообще ничего не меняет. По-любому выходит, что она ни при чем здесь. А сколько там времени сейчас? 6:30. Галина сама, там у нее смена в 5 часов заканчивается. Да, я знаю. Клавдия Сомова встречается с судимым Егором Федотовым, 23 лет. Федотов тоже учился у Лютина, но вылетел после 9 класса. Хулиган? Да еще какой. Он вроде встал на путь исправления, дежурный говорит, что в полночь, когда убили этого Разуваева, Федотов торчал у участка. Зачем? Приставал к дежурному, интересовался, берут ли бывших зэков в полицию работать. Интересный у парня профиль в соцсети, кликуха у него жбан. Есть 2 друга, с которыми он всегда на связи. Ушков и Чашкин. Оба из Швейного. А они кто такие? Оба учились у Лютина. Чашкину 20, а Ушков в 9 классе. Чашкин, Чашкин. Знакомая фамилия. Танюш! Танюш! Короче, дома у Федотова жбана и Чашкина никаких следов ни Лютина, ни пацана убитого я не обнаружил. А Ушков Олег Семенович, 17 лет. Такой же гангстер, как Толик Разуваев. Наручники-то пластмассовые? Ну вот, игрушки игрушками. Но где Клава Сомова и Лютин? Они-то пропали по-настоящему. Я вспомнил. Чашкина наши опрашивали. Он работает сторожем в поселковом магазине. Да там вообще все работают, кроме Ушкова. Этот Чашкин, потом Федотов, он же жбан, Клава Сомова. А есть план этого магазина? Так, ничего интересного. Торговый зал, подсобка. Здание довоенное. Поищи чертежи архитектора. Подвал должен быть в 2 раза больше. Его, наверное, завалило во время войны. Яйца. Я же смотрел профиль Федотова жбана. Он рэпом увлекается. А какая связь между рэпом и яйцами? И я бы сказал самое прямое. Федотов жбан лайкал статьи о создании самодельной студии звукозаписи. Он писал в комментах, что хочет делать треки, но снять помещение дорого. Молодец, Иван. Похоже, студию Федотов все-таки создал. Раскопал комнату в подвале магазина и обеспечил звукоизоляцию с помощью фанеры и упаковок из-под яиц. Там могут Лютина держать. Верх фургон Зиновьева. Ну точно. Что здесь делать-то? Внутри нет никого. Интересно, куда они все делись? Сереж. А? Это рабочий бейджик Клавдии Сомовой. Да ты что? Ну все ясно. Ну ясно, что Зиновьев ее и похитил же. Это здесь? Да, еще метров 10. Жить будешь.
живи быстрее! Давай, так я дай! Да живи! Что ты? Давай! Вылезай! Да быстрее, что ты? Я за ним. Угу. Живой. У нас двое раненых. Ты послушай, что Лютин Жбану писал в тюрьму. Егор, мне так жаль, что я тебя подвел. Я всегда искренне в тебя верил. Но ничего, удача у нас впереди. Сто пудов они заодно. Они ушли по вырытому тоннелю. Маски у них на хвосте. Угу. Зачем начальник вашей службы безопасности похитил Клавдию Сомову? Я ему сказал, действуй как угодно, только найди Илюху. Забыл отменить команду, мой косяк. Кстати, Илюха постоянно говорил, что боится Зиновью, что он бывает очень жесток. Похоже, что здесь ранили не только Зиновьева. Так, кровь Анатолия Разуваева. На предполагаемом орудии убийства отпечатки пальцев Лютина. Быстро прижался к обочине и остановился. Но стрелять буду, понял? Я предупреждал тебя. Это я заманила Илью Васильевичу в подвал. И Жбан велел. У Анатолика узнал, что Лютин дружит с олигархом. Это Жбан придумал похищение? Да. Но Толик был против, и его убили. И правда, жаль. Угу. Тебя Зиновьев похитил? Не знаю, как звать этого дядьку. Он только пригрозил, что выбьет мне глаз. Но я ему все и рассказала. И я тогда только додумалась бросить этот бейдж возле фургона. Помогите! Давай! Давай! Помогите! Лютин, отойди от него! Стой, отойди от него, Лютин! Стой, не двигайся! Я виноват перед Егором! Как я мог допустить, что он воровать начал? Такой славный парень и способный! Федотов, не скули. Скоро уже в дороге. Я тянул время, поэтому я предложил моим горе-похитителям, чтобы они затребовали у Добровского 100 миллионов. Так и знал, что ты гнида. Нужно было убить тебя, педагог. Не слушайте, Егор. У него было очень тяжелое детство. Стойте там! Я помогал этим ребятам. Я боялся, что Миша вызовет на поиски Зиновьева. Зиновьев очень страшный человек. Под ногтями Чашкина микроследы кожи Анатолия Разуваева. Получается, что его сначала ударили по голове в подвале, а потом Чашкин на машине Лютина отвез его в лес и придушил. Да. Жбан замазал Чашкина, как говорят в уголовной среде. Ушков мог не справиться с Толиком, а сам Жбан судимый. Ему важно было создать алиби. У Чашкина в сарае нашли спиннинг Лютина. Да здравствует жадность человеческая. Если бы он не спер эту удочку, мы бы, может, на подвал так быстро не вышли бы. За жадность и глупость преступников. Скажите, пожалуйста, а как Зиновьев узнал, что Сомова причастна? Программка на моем смартфоне. Зиновьев может слышать все, о чем я говорю. Нужная вещь для безопасника. Так-то, ну так. А как же личная жизнь, например? Ну, про нее я знаю, оставляю смартфон на входе в личное. Начальница ваша упомянула клан на допросе. Зиновьев на это отреагировал. Теперь ясно. Сейчас я вам пропуск выпишу, одну секундочку. Вы вернули мне веру, силовые органы. Спасибо. Может, вы ко мне работать пойдете? Вы лично. Спасибо за доверие, конечно. Но я здесь нужен. А бумажку вашу я оставлю себе. Буду начальству показывать, чтоб преданность ценили. Миш. Илюха. Миш. Поехали. В Лондоне тебе школу откроют. Какой Лондон, Миш? Я тут нужен.
Мой долг простым ребятам помогать, таким как Толик, Егор, Клава. Кстати, а почему бы вам школу здесь не открыть, вместо Лондона? Как ты на это смотришь? Пропуск ваш на выход. Всего доброго. Ну как там? Собачку из приюта взяла. Мам, ты зачем эту тварь домой принесла? Гадить будет, где попало, шерсть будет везде. Алло. Я. А мама? И мама? Когда это случилось? Как тебя? Одевайся, вали. Вали, я сказал! Прости меня. Прости. Мама? Я нашел пустую машину на дороге у леса. Держи ключи. Ага. В машине нашли права на имя Анны Дерюшкиной. Это наша погибшая. Дерюшкина, ветеринар. Закончила ветеринарную академию, работала в ветклинике. Два раза в неделю подрабатывала в приюте для животных. Снимала квартиру на окраине, а родители живут во Владивостоке. Два месяца назад у нее появился парень, некий Олег. Фамилия, телефон, адрес. Ничего. Телефон не авторизован.
выключился вчера вечером. Причина смерти Дерюшкиной – отек легких, вызванный анафилактическим шоком. Смерть наступила вчера около 21 часа. В крови большая доза антигистаминного препарата. Но, вероятно, количество аллергена было настолько велико, что препарат не сработал. Рискну предположить, что Дерюшкина в момент смерти спала. У этого препарата мощный седативный эффект. Ты вот на это посмотри. У нее на коже сок борщевика Сосновского. Понятно. Фурана кумарины. Да, я думаю, сок борщевика и вызвал летальную аллергическую реакцию. Стоп! А вот и след Дерюшкиной. В этом костюме всегда себя чувствовал космонавтом. Слушай, а чего мы вырядились против этих лопухов? Эх ты, неуч, лопухов. Это не лопухи. Это травушка-муравушка содержит фуранокомарины. Это вещество, которое напрочь лишает организм сопротивляемости к ультрафиолету и способствует мутации. Серьезно? Серьезнее некуда. Борщевик – это природная катастрофа, можно так сказать. Борщевиковый апокалипсис. Ну да. Ничего смешного только нет. Борщевик сейчас распространился на территории более 60 миллионов гектаров и продолжает завоевывать землю в геометрической прогрессии. Ничего себе. Ну, ничего себе. Ну, правда, придется ради надо сказать, что виноват в этом сам человек. В смысле? Да в прямом. Он его начал искусственно высаживать в прошлом веке на корм скоту. Ну, скот, естественно, эту дрянь кушать не стал, да? Ну, конечно, не стал. Он же не дурак, и вредители тоже брезгуют. Вот он распространяется почем зря. Надо будет... Когда все здесь осмотрим, вызвать бригаду, чтобы сожгли здесь все кедрени фени. Кстати, сейчас существует специальная программа по борьбе с борщевиком. Пусть спалят все. Смотри. О! А вот он и волос. Возможно, волос нашей жертвы. Ты думаешь, она пробиралась сквозь эти заросли, и сок этой дряни попал ей на кожу? Вполне может быть. Возможно, несчастный случай. Судя по информации из поликлиники Дерюшкиной, у нее была выявлена аллергия на некоторые растения, в том числе и на борщевик. Поражено более 15% кожного покрова. Я тут прикинула количество сока борщевика. Ну, знаешь ли, в таком количестве сок вряд ли мог попасть на кожу случайно. Слушай, на одежде Дерюшкиной нет следов пыльцы других растений, растущих в зарослях борщевика. Ну, и на обуви тоже нет. А волосы можно было вырвать. Это убийство. Которое кто-то пытался выдать за несчастный случай. Интересно, а что Дерюшкина делала так поздно вечером в лесу? Нашла. Смотри, на форуме приюта, где работала Дерюшкина, некий грибник написал, что обнаружил в лесу щенка. Она откликнулась через 2 часа, написала, что поедет в лес и заберет щенка. Сердобольная была барышня. Ага. Грибник выложил фото щенка с координатами места. Слушай, это то самое место, где позже обнаружили труп. О, иди-ка сюда, лапочка. Ром, смотри. А, ух ты, какой хорошенький. Дай-ка. И как же тебя звать величать, а? Так, ну подозрительный какой-то грибник. Вошел на форум слева номера, симка была активна только в момент отправки сообщения. Слушай, а может быть, это и был убийца? Он мог нарочно подбросить щенка в лес, но чтобы выманить оттуда жертву. Ждал ее там. Да, но как он мог быть уверен, что приедет именно Дерюшкина и что она приедет в лес одна? А может быть, ему было все равно, кого убивать?
В лесу найден труп ветеринара Анны Дерюшкиной. Она погибла, спасая выброшенного в лес щенка. Буквально сгорела на работе. На теле Анны сильнейшие ожоги. Эксперты ФЭС определяют, что ожоги вызваны попаданием на кожу сока борщевика Сосновского. Но это не было несчастным случаем. Кто-то выманил Анну в лес и убил. Сидеть. Сейчас мы, значит, это сделаем смывы, а потом мы с тобой пойдем ушать домой хороший. Лапка, лапка. Кто такой боец? Кто такой боец? Хороший. Какой пес хороший. Держи-ка. Держу. Тут и жировых нет. Наверное, смыл дождем. Но есть следы дезинфицирующих средств. Такими пользуются в ветклиниках и приютах. Пойдем кушать, а то он сейчас еще какую-нибудь дурацкую экспертизу придумает, да? Иди уже. А я попробую программу распознавания лиц, в данном случае МОРТ, пройтись по сайтам, где пристраивают бездомных животных. Есть! Наш щеночек был в приюте, где работала Дерюшкина. Вот почему она в лес поехала. Она щенка узнала. Значит, я сейчас Ромку отправлю в квартиру Дерюшкиной, а Субботин пусть едет в ветклинику и приют, пообщается с ее коллегами. Пусть расспросит там про щенка. Мы пошли есть. Лень, ну, в общем, такая история. Дерюшкин недавно в квартире сделала генеральную уборку. Я нашел у нее мужские вещи. Соседи мельком видели ее ухажера, ну и дали описание. Да, очень подробное, конечно. Давай, запоминай, лучше запиши, чтобы не забыть в спешке. Значит, русый, среднего роста и, самое главное, скромный. Нет, это не я. И тем более не ты, я же сказал, скромный. Таких миллионы, понимаешь? Давай, ладно, все. Ну, что ты грустишь? Ты опять кушать хочешь? Таня, успокойся, ты его до смерти закормишь. Ничего не закормлю. Так, пригодных к идентификации мужских отпечатков в квартире Дерюшкиной нет. От парня Дерюшкиной остался халат, тапки и зубная щетка. Нам известно его ДНК, но, к сожалению, в наших базах его ДНК нет. Ирина Игнатовна, ваши сотрудники сказали, что у Дерюшкины был роман с волонтером Олегом Масловым. А, да, есть такое. Сейчас его, правда, нет, он же волонтер, у них свободный график. Денег нет, мы их не оформляем, так что... Ну, хоть какие-то данные этого Маслова у вас есть? Ну, скан паспорта, да, есть. Человека с такими паспортными данными не существует. Проша, где вы? Я закажу локализацию его телефона. Смотрите, вот этого щенка Маслов забрал? Нет, хвостика 2 дня назад забрал другой молодой человек. Ну, такой симпатичный. Он оставил свой номер телефона. Да, да, вот. Блин, такого номера тоже нет. Чего не хватит, ничего у вас нет. Несуществующие в природе молодые люди плодятся как кролик. Как борщевик. Вероятно, забравший щенка симпатичного молодого человека есть убийца. Или связан с убийцей. Но как узнать, где он, кто он? Без паники. Мы знаем время и место, где он был. Проверим владельцев, номеров, телефона, фиксирующихся в приюте, когда щенка забрали, и все. Ага, на соответствие описанию хозяйки приюта Ирины Силиной. Попался. Так, Кирилл Ухтомцев прописан в деревне Ложухино. Погоди, я уже видел этот чудный топоним, когда просматривал почту приюта. Смотри. Ну вот, письмо отправлено с приютского адреса некому Ежову. Ага. Юрий Ежов. Создатель форума зоозащитников. Ага.
Слушай, тут недавно на форуме обсуждали человека, который забирает животных из приюта и увозит. И он по описаниям похож на Ухтомцева. Слушай, а может, Дерюшкина узнала Ухтомцева по описанию, ну и выследила, ну и вычислила его адрес. Угу. Угрожала, что сольет его зоозащитником, а он выманил ее на щенка в лес и убил. Номер официально зарегистрирован у Ухтомцева выключен. Ну, адрес-то его у нас есть. А Березин давно хотел в Лажухину прокатиться. Звони ему. Андрюх, ну такая петрушка. В общем, Ухтомцева дома нет. Угу, давай. Замок взломан. Совсем недавно. Царапин свежий. Ясно. Пойдем. Ты смотри, здесь, видимо, драка была. Все перевернуто. Похоже, здесь их и держали. Видимо, здесь их и убили. Просто скучно. Нет, он наверняка кушать хочет. Ой, ты у нас прям знаток щенячьего языка. Ды-ды. Кровь из сарая принадлежит не животному, а Ухтомцеву. Я сравнил ДНК с образцами из его дома. А может, пленные животные его сожрали? Угу. А потом отжали замок снаружи и ударились в бега. По крайней мере, они не голодные. Да? Так, на шерсти нашего щенка плесень из сарая Ухтомцева. Он там был. Бедный. Ну, то он наверняка кушать хочет. Леня, смотри, что я в подвале нашел. Видимо, Ухтомцев коллекционировал ошейники замученных им животных. Чтобы он заживо сгнил на этой зоне. Согласен. В сарае Ухтомцева отпечатки пальцев зоозащитника Ежова. Он делает биометрический паспорт, и его данные есть в базе. Вообще, хороший человек. Избил маньяка. Я вот не понимаю, за что его искать? Угу. Слушай, вообще-то я заметила, что у нормальных парней всегда включен телефон. Кидаю его координаты операм. Среди ошейников, найденных у Ухтомцева, есть ошейник и нашего щенка. Смотри, что-то есть. GPS-трекер. Отлично. До вчерашнего утра координаты сливались на компьютер приюта. А потом, видимо, ошейник попал в подвал, где нет связи. Вот так вот Дерюшкин и узнал адрес Ухтомцева. Юрий Михайлович, что вы делали с сараем Ухтомцева? Я письмо с адресом получил. И фоткой. Не могу смотреть, когда животных невинных мучают. Приехал туда, нашел их. Вы убили Ухтомцева? Нет, что вы. Помял слегонца. Животных забрал, развез по приютам. Пригрозил убить гада, если попытаются новых взять. Этого щенка вы тоже забрали? Какой заяц. Однозначно забрал бы, если не свои три собаки, два кота и канарейка. Нет, такого там точно не было. Галина Николаевна, мобильный Ухтомцева включился. Он купил билет на поезд в Белоруссию. Наши за ним уже выехали. Отлично.
Надеюсь, вы его прижмете, а то у нас за жестокое обращение с животными не сажают. Старший лейтенант Субботин, ФС. Капитан Березин, откуда же? Это полицейский произвол! Я сам потерпевший! Ничего, старичок, извини, пожалуйста. Чемодан очень тяжелый. Что там у тебя, кирпичи, что ли? Не удержал. Первый раз со мной такое, ей-богу. Ну как так-то? На одежде Ухтомцева нет следов пребывания его в лесу, где была убита Дерюшкина. Ёлки-палки. А ты хорошо все проверила? Каждый миллиметр. Да я ее вообще не видел. И про Маслова первый раз слышу. Вчерашний вечер провел в травмпункте. Да, ваше алиби проверили, оно подтвердилось. А куда вы этого щенка дели? Никуда не девал. Вчера утром кто-то вскрыл мой сарай и спер щенка. Небось, тот же тип, который потом меня избил. Ему вопросы задавайте. Вы вообще его посадить должны. Это все? Мне ехать надо. У меня поезд скоро. Поедете. Только на зону. За что, интересно? За жестокое обращение с животными. У нас в стране такая статья есть. Я нашла Маслова. Он никакой не Маслов, кстати. Ну, то есть он Маслов, но наполовину. Ладно, долго объяснить? Что-то я не поняла, где щенок? Вон по коридору носится. Ой-ой-ой-ой. Найден труп ветеринара Анны Дерюшкиной. Она погибла, спасая щенка. ФС пытается допросить парня Анны, Олега Маслова. Но оказывается, что человека с таким паспортом не существует. Галина Николаевна, нашли. Холодов отсмотрел записи камер в СОСе, где ночевал мобильник Маслова. А я... Пусти, пусть погуляй. Хорошо, спасибо. Иди гуляй, значит. А я идентифицировала отпечатки пальцев с ошейников, поводков, с пакетов для корма. В общем, я исключила отпечатки известных нам работников приюта. Холодов нашел Маслова на записи камеры и его фотки на страничке френдов в сети. Я нашла его отпечатки в базе. Так, и кто он? Аня Горин. Маслова – это девичья фамилия его матери. А Холодов сейчас о нем все выясняет. Вот это я понимаю. Я уберу. Ну ничего. Зато можете исследовать его фекалии. Они тоже могут оказаться уликой. Да? Ну ладно, исследуем фекалии. Ой, что это такое? Это мы оскандалились в кабинете Галины Николаевны. Да. Так вот, что он хотел. Да. А ты все кушать, кушать. Все наоборот. Давай, заходи, мой хороший. Давай. Там что по Горину выяснил? Заходи. Да много чего. Родители погибли полгода назад в авиакатастрофе в Европе, оставив ему солидное наследство. Тусовщик задерживался за годки на крутых тачках в состоянии, так сказать, нестояния. Угу. Несколько месяцев назад пытался покончить с собой. Вот. Ясно. Ну, я надеюсь, что с помощью этого образца мы раскроем дело. Иначе мы просто так обгадили стол Галины Николаевны. Фу. Да уж. Так вот, 2 месяца тому назад Горин снял однушку, купил подержанную машину.
Оплатил платиновые карты, покупки в секонд-хенде. Замучил уже! Заблокировал все свои аккаунты и вычислил из них все фотки. Ушел в подполье? Типа того. Его официальный телефон последние 2 месяца выключен. Но вчера с него был сделан звонок тете Горина Жанне Маслову. Проживает она в Твери. Ночь телефон провел у нее. Утром с него заходили на сайт приюта, а потом снова выключился. Я дистанционно подключился к камере коттеджного поселка, где Горин прописан. Если он телефон включал, может, и дома появится. Угу. А у меня тут переваренный, очень дорогой корм для щенков. Тань, судя по степени переваренности, корм дали после того, как украли щенка у Ухтомцева. Угу. А вор-то жалостливый оказался, не дал щенку с голоду умереть. Программа распознавания лиц сработала. Горин только что въехал в поселок. Да тут, Горин, тут. Въехал в поселок около часа назад и не выезжал. Будем резать. Давайте. Даже отпечатки только Горина. А на рукоятке ножа микроволокна ткани. Возможно, от хлопчатобумажных перчаток. Любопытно. На микроволокнах потужевые, принадлежащие родственнику Горина. Так, а родственник у него один, двоюродный брат Назар Хоров. Кстати, он сын Жанны Масловой, у которой Горин ночевал. Что по нему? Учится в Москве, в колледже. Отлично. Жизнь налаживается. Его телефон, как ни странно, включен и фиксируется в общаге. Что за спешка? Даже переодеться не дали. Вот переодеваться вам пока ни к чему. Ваша одежда очень пригодится нашим экспертам. Уважаемый, вы лучше ответьте на вопрос. Откуда вы в общежитие приехали? Не ваше дело. Ну, не говорите. Ваша одежда нам всего расскажет. Осторожно, голову пригните. Так. На одежде Назара Хорова микроследы крови Олега Горина. Хватит скулить уже, собака. Это тебе. Ну, мне это типа мать позвонила. Сказала, что тёлка Олега ласты склеила. Ну, и он поехал в коттедж. И вы с матушкой, типа, решили воспользоваться ситуацией. Вы оставили телефон в общаге и поехали в поселок. Как вам удалось туда проникнуть в обход камер? Ну, мы с Олежкой выросли там. От родителей шифровались. Я там каждую дыру знаю. Вы дождались брата, сказали, что приехали поддержать. Ну, типа да. Вместе вошли в дом. Что было дальше? Ну, он бухал, ну а потом отрубился. Тут-то вы его в ванную засунули. Без всяких типа. Вы подумали, что если у него уже была попытка суицида, никто ничего не заподозрит. А вам с мамой достанется его имущество. Да этот Олег, он редкостный козел. У него порожняком 2 месяца хата стояла, он меня даже не пустил перекантоваться. Не переживайте. Жилплощадь у вас больше проблем не будет.
В общагу возвращаться не придется. Ты смотри, перекормишь зверюгу, в дверь не пролезет. Кушай, малыш, не слушай дядю, дядя завидует. Хоров признался? Да, признался. Он, кстати, мог знать, что у Горина есть девушка, и убить Дерюшкину, чтобы обеспечить брату мотив для суицида. Mm-mm. Телефон Хорова был в клубе в ночь убийства. Он зажигал на вечеринке. У него алиби. Мы Горина привезли. Он более-менее в нормальном состоянии. Будем надеяться, что как-то прояснит ситуацию. Олег Владимирович, где вы были позавчера вечером? Вы серьезно? Я жалею, что ваши меня спасли. Не знаю, как жить без Ани. Вы меня в убийстве подозреваете? Успокойтесь. Просто отвечайте на вопросы. Я был на кладбище у родителей. День рождения мамы. Потом поехал к тете Жанне. Давно с ней не общался. Как вы узнали о смерти Анны? Зашел на сайт приюта и увидел сообщение о ее смерти. Почему вы поехали в коттедж, а не в квартиру, в которой жили последние 2 месяца? Тяжело было возвращаться туда, где я был с Аней. Алиби у Горина нет. На записях камер видеонаблюдения на кладбище половины лиц не видно. Как у них там еще покойники не разбежались. От кого вы скрывались последние 2 месяца? Да не скрывался я. Просто когда родители умерли, мне как будто глаза открылись. Кругом фальшь. Друзья фальшивые, любовь фальшивая, кайф фальшивый. И вы просто уехали? Просто мне нужно было найти дело. Смысл жизни, если хотите. Отцовский бизнес мне не интересен, да и с отцом у меня были прохладные отношения. А маму я любил. Просто я хотел понять, чем она жила. Я покопался в ее аккаунтах и выяснил, что она тайком от отца работала волонтером в приюте. Я тоже решил попробовать. Но вы не хотели, чтобы там знали, кто вы. Вы сняли квартиру, купили подержанную машину, назвались фамилией матери. Я так устал от людей, жаждущих моих денег. Я хотел, чтобы люди увидели меня. Меня настоящего. Золотого мальчика Олега Горина, который чуть ли не испражняется баблом. А меня. В приюте я встретил Аню. Она была так похожа на мою маму. Когда я увидел ее в первый раз, у нее на руках была собачка, которую мама взяла из приюта. А отец заставил вернуть. Она стала для меня солнцем. Смыслом моей дурацкой жизни. Несколько дней назад она согласилась выйти за меня замуж. Только потом узнала, что я богат. Ты выйдешь за меня замуж? Да, да. Ты спятил. Оно же кучу денег стоит. Лучше бы и лекарство купил. Корм у нас же столько. Это кольцо моей матери. На лекарства и корм нам хватит. У меня куча денег. Что? Куча денег. У меня бизнес, дом и недвижимость за границей. Она полюбила меня, а не мои бабки. И знаете, что она сделала, когда обо всем узнала? Не пошла отмечать помолвку в ресторан, а провела вечер дома у ноутбука в поисках лекарств для животных. У Анны был ноутбук? А мы нашли только стационарный компьютер. Галина Николаевна, я запросил всю интернет-активность Дерюшкиной у провайдеров. Сижу, изучаю. Вот бывает же бескорыстная любовь на свете. Странно. А что странного? Ну, поменяла девушка цвет волос. Ну, то, что изменила цвет волос, это не странно, но она, оказывается, еще и нарастила волосы. Pour être belle, il faut souffrir. Если хочешь быть красивой, нужно страдать. Это не очень приятная и вредная процедура для волос. Кроме того, Дерюшкина заходила на страничке матери Олега и переслала ее фотки стилисту салона, где оплатила наращивание осветления. И как давно это было? 3 дня до знакомства с Гориным. А она заранее знала, кто он. Так что, если на свете и есть бескорыстная любовь, то это не наш случай. Смотри,
копии результата анализа Дерюшкина на аллергены есть среди документов, найденных в съемной квартире Горина. То есть он знал о ее аллергии и... Дай мне телефон, я хочу кое-что проверить. Валь, надо кое-что проверить. Да, уверена. Я смотрю на результат анализа, присланный из клиники. У Дерюшкиной была аллергия на растения. Да. А вышли нам, пожалуйста. Угу. В оригинале у Дерюшкиной аллергия на растения, а в копии, найденной у Горина, на животных. Ну да, у Вани появились пятна на коже. Но она побежала делать анализ, выяснилось, что у нее аллергия на животных. Страшно переживала, не хотела бросать работу. Это подделка. Скопирован бланк, а результаты изменены. Да уж, бескорыстностью здесь и не пахнет. А может, узнав обо всем этом вранье Дерюшкиной, Горин ее убил? Ну как? Я же ей верил. После свадьбы хотел продать бизнес, недвижимость. Вместе с ней основать фонд помощи животным. Анна хотела заниматься фондом? Нет. Я думал, фонд возглавит Ира Силина, хозяйка приюта. Она известная зоозащитница. Нет, ну это невероятно подло. Но я ничего не знал. Я... Аня, я не убивал. Я же говорю, я поехал на кладбище. Потом поехал за Аней в приют, ее там не было. Потом поехал к тетке в Тверь. Про поездку в приют вы раньше не рассказывали. Ну забыл, значит, какая разница? Вас там кто-нибудь видел? Да нет, там вообще никого не было. Хотя это странно, это было время кормления. Там должна была быть Ира. На вашей даче обнаружены следы извлечения сока борщевика в соковыжималке и жмых в компосте. А также одежда, в которой вы были в лесу. Это вы узнали Ухтомцева и вычислили его адрес. Вы взломали сарай Ухтомцева, украли щенка и натравили на Ухтомцева ежова, чтобы спасти остальных животных. Вы написали на форум сообщение от лица грибника из леса. Потом вернулись в приют и сами же на него ответили от лица Анны Дерюшкиной. Вы подмешали Дерюшкиной препарат с седативным эффектом. Очевидно, попросили подвести вас к лесу, чтобы забрать щенка. Подождали, пока Анна уснет, оттащили ее в лес и намазали ее тело соком борщевика. Знакомый айтишник проверял для вас всех волонтеров. Мы восстановили его отчеты на вашем компьютере. Проверял он и Маслова Горина. Нашел его фотографии в аккаунтах его бывших друзей-тусовщиков. Да, я всех проверяю. Бывали случаи, когда док-хантеры внедрялись в приюты под видом волонтеров, так что мне приходится всех проверять. Когда вы узнали, кто такой Горин, надеялись, что он финансово поможет вашему приюту. Но он этого не сделал. И тогда вы рассказали о нем Дерюшкиной. Попросили ее закрутить с ним роман, чтобы вовлечь его в вашу деятельность. Ноенька оказалась жадной стервой. Да нет у тебя никакой аллергии на животных! Зачем ты Олегу лапшу на уши вешаешь? А мне надоело копаться в кишках облезлых псов и вонючих котов. Что ты сказала? Я забеременею. Заставлю Олега свалить за границу и забыть об этом дурацком фонде. Почему вы не рассказали обо всем Горину? А какой смысл? Ну, мне бы он не поверил. Коньке бы охладел. А так, узнал бы, что она погибла, спасая щенка. Я бы убедила его создать фонд в память о его женщинах. Матери и невесте. Пусть. Это... Ну, Тарик-то идет. Тарик-то идет. Чего он хвалюсь? Ну что, парень, пойдешь ко мне жить? Ух ты.
Думаю, что на щенячьем языке это означает «да».